Всем привет, на ремонт телефон Honor 10 Lite. Заявленная неисправность не включается. На кнопку телефон не реагирует, включение не происходит. Проверяем потребление. Потребление, как мы видим, отсутствует. Ну, давайте приступать к разбору. Разогреваем телефон на сепараторе до 70 градусов. Далее заводим лезвие под заднюю крышку и стараемся ее приподнять. После чего заводим пластиковую карточку в получившееся отверстие. И срезаем клеящий слой. Стараемся не порвать антенну NFC, которая находится под крышкой и также к ней подклеена. Не забываем, что под крышкой находится шлейфа, шлейф отпечатка пальца и шлейф нижней платы. Шлейф дисплея находится под аккумулятором. Поддеваем заднюю крышку, она уже почти отклеилась. И, как мы видим, шлейфа мы не задели. Маленько помяли шлейф NFC, но ничего страшного, мы его поправим позже. Раз монтаж и все винты у нас выкручены, снимаем защитную накладку. Сразу же поправляем шлейф NFC, чтобы потом про него не забыть. Он слегка съехал с своего места, и в целом он в порядке. Отключаем шлейф аккумулятора и шлейф кнопки отпечатка пальца. Видимых следов залития на телефоне не обнаружено, индикаторы все белые. Также откручиваем нижнюю плату, разбираем, снимаем накладку, снимаем динамик и стараемся достать нижнюю плату. Я думаю, проблема вся будет в ней. Аккуратно отстегиваем шлейф, отстегиваем коаксиальный кабель и приподнимаем плату вверх. Все, плата у нас в руках. Теперь можем на нее поближе посмотреть. Разъем вроде бы целый, но внутри видно окислы. Видимо, в него попадала влага и контакты вроде как отгнили. Но замена разъема покажет. Добавляем немного флюса. И чтобы не повредить рядом стоящий микрофон и индикатор, будем снимать с помощью сплава Розе. Наносим сплав Розе на контакты, чтобы снизить температуру их плавления. Теперь паяльником пытаемся снять компаунд, которым залиты интерфейсные контакты, чтобы на них также попал сплав Розе. Когда все хорошо прогреется, разъем снимется сам. Вот видим, не забываем подогревать интерфейсные контакты, чтобы не вырвать их из платы. Обязательно зачищаем остатки сплава Розе с платы, чтобы у нас их не осталось совсем, иначе пайка будет некачественная. Замываем остатки канифоли флюксофом, тщательно промываем все отверстия, в которые будет монтироваться новый разъем. Подготавливаем новый разъем к пайке, лудим интерфейсные контакты для более легкого монтажа. И также лудим контакты на самой плате.
Устанавливаем новый разъем и припаиваем его к плате. Когда разъем установлен, обязательно промываем все флюксофом, зачищаем все свои следы пайки, чтобы было все чистенько. И далее проверяем нашу работу. Установили нижнюю плату на место в телефон. Подключаем зарядное устройство и смотрим на индикацию на телефоне. Телефон питается от microUSB кабеля. Подключаем. И сразу видим, что дисплей у нас начал показывать индикацию заряда. Телефон маленько подсобрали. Он благополучно запустился, подзарядился и, в принципе, работает. Вот такое попадание воды в нижнюю плату. Далее все зачищаем и приклеиваем заднюю крышку. Заднюю крышку приклеиваем на клей Т7000, наносим его по периметру, без фанатизма. Задняя крышка у нас пластиковая, никуда она от него не денется. Не забываем подключить шлейф отпечатка пальца и зафиксировать его. Все, телефон остается вклеиваться на пару часов на резинке, после чего выдается клиенту. Вам спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и до новых встреч, с вами был Руслан, пока-пока, надолго не прощаемся.